Друзья, меня зовут Улыбка, и мы продолжаем играть в Critical Ops. Сегодня я просто чуть поиграю в Critical Ops саму. Сейчас сделаю руки потише, чтобы они потом не мешались в видео. И, в общем-то, для чего я записываю этот ролик? Я хочу сегодня обсудить несколько вещей о том, как будет развиваться дальше мой канал. В общем-то... Ай, кривую флешку кинул, меня сейчас убьют, там челики. Я вообще ничего сейчас не слышу, поэтому тяжело будет играть. Я сделаю чуть звуки погромче, они будут вам мешать, скорее всего. В общем-то, сегодня я хотел обсудить некоторые вещи. И сейчас мы зарашим их. Короче. Так, плюс эмочка. Меня убили, короче. Я хотел обсудить с вами некоторые вещи. В общем-то, напишите в комментариях, как лучше записывать ролики. Я вот могу вот, как этот, просто не монтируя ничего, просто, как бы это сказать-то, ну, снял и выложил. Сколько у меня там денег? Не могу что-то двигать. Короче, снял и выложил тут же, или могу просто вот... месяц его примерно монтировать, но выйдет годнота полная. Так, сейчас. Ну, выходить же ты все равно будешь. Что? В смысле? Это как? А, меня со спины убили. А, я один остался настрою. Ну, вообще очень весело играть. Я даже не буду сильно закупаться, чтобы, ну, просто, ну, не тратить деньги впустую. Я даже не вижу, кстати, сколько у меня баланс. Ладно, в общем-то, вот напишите, пожалуйста, в комментарии об этом. Я сейчас поиграю несколько раундов и попробую вспомнить, что еще я вам с вами хотела обсудить. Но пока как-то так. Там опять челики. Вот как вот, блин, что за читер, блин, он прям за долю мгновения меня убивает. Вот смотри, о, не попал. Попадос какой, а? Ну, он же знает, что он тут. Какая-то жесткая, конечно, игра. У нас всего трое, ну, вот. Ладно, сейчас я попробую поиграть с Эйвови. Пум-пум-пум, что бы взять. Я даже не знаю, давайте я возьму также за 450 юспик и пойду куда-нибудь заныкаю, что ли, чтобы хотя бы впустую не слиться. Но мне кажется, тут просто тема из читеров. Платина, нет, скорее всего, скилловый. Но остальные-то куда? Вот один читер у них есть по-любому. Вот смотри, один вот тут вот. Вот тут вот сюда пришел, я видел его. Был же тут вот. Это наш тиммейт вроде. Или нет? Вот тут, скорее всего, сейчас походить будут. Попытаюсь просто не слиться. Нет никого. Короче, хочу сказать необычную для меня новость. Я решил проблему с, как это сказать, ну, с тем, что у меня нельзя было выложить ролик больше, чем 15 минут. Эту проблему я решил. Так, скорее всего, это А. Я просто буду гашить уже. Так, акусик. СГ. Где? Быстрее. Изи. Фух, ладно, я закомбэчил. Короче, да, я решил эту проблему. Теперь скоро мы начнем записывать нормальный папк. Ну, типа, играть, как вот нормальные люди снимают его. Вот, скорее всего, сейчас отсюда будут рашить. О, сразу же убил. Вот этот Фобос. Жестко меня ослепили. Ага. Бегу на помощь. Заныкался где-то, слушай. Ладно, короче. Не знаю. Буду жить пока. Будут отсюда рашить.
Чё там спрятался, а? Короче, я еще, ну, очень долго играл, я сильно прокачал скиллуху. Сейчас я вообще я играю энергично. Вот отсюда. А их двое еще осталось. Блин, это А. Чёрт. Да, это А. Надо быстрее идти дефузить. Пока его тиммейт не прибежал. Фобос. Да блин. Да что это? Блин, бред. Ну ладно, я все равно бы проиграл. Ладно, не страшно. Опять покупают GTR. GTR 100 какие-то цифры, я забыл. Эх, уже не пишут сам. Ладно. Короче, поиграем минут 10, наверное. Пару раундов еще сыграем, где-то 2-3 катки. И потом закончим, потому что... Что там? Два попадания сделают. Что это такое за попадание за по 30 хп каждый? Ага. Бомба. Понял. Вот жесткий прям, смотри, а имя. Ну, платина, конечно, с читами он до платины вряд ли дойдет. Ну, возможно, если прям вот каждый день будет задротить до тех пор, пока его не забанят. Но мне кажется, это читер. Ну, хотя это навряд ли. Я на самом деле с Эмкой примерно так же играю. Поэтому не знаю. Ну, вряд ли это читер, он просто меткий. О, ВМФ. Даже в клан бы его не взяли, если бы он был читером. Короче, все опять берут GTR. Ну, у нас осталось 4. 4 на 5. Ну, в принципе, нормальный размен. Я сейчас опять побегу туда же. Я знаю, что там будет чел. Надеюсь, не поймать мастер в прошлый раз. Так, у меня тут зарядка уже. Кукусь. Ку-ку. Ку-ку. Ай, ай. Ку-ку словил. Да, да что ты будешь делать? Я опять на него наткнулся. Нет, просто у меня чуть залипло... Залип... Ну, джойстик так. Там мне, потому что... А, мы выиграли? Круто. Команды поменялись. Поставлю также какую-нибудь песенку, чтобы было не скучно совсем смотреть видео. Ну, я бомба, я пойду рашить Б, наверное. Хотя я даже не знаю. Очень хорошо поиграл, Фобос. Хоть где-то я тебя убил. Ты что ты там поливаешь, а, придурок? Только нас выдаешь. Он только чемпион по М-ке, видимо. Ну все, остался один чел, по-моему, это ГГ. А, понял, где этот чел находится. Ага. Здорово, чел. А почему? Я же его чисто в голову убил. Я даже повтор, наверное, вставлю. Я его чисто в голову пострелил. Motherfucker. Я буду просто копить пока деньги. Я даже не знаю, сколько у меня. Ну-ка, так, можно увидеть. Ну, в принципе, у меня на снопу хватает. Воу, видали? Вот так вот можно залезть сюда. Чё ты на меня смотришь? Да, я не читер. Просто так... Так можно делать. Так. Опять фиг знает, куда наши тиммейты ушли. Ага.
Пит в спину настрелял ему. А, это Фобос был, слушай. Что это такое? Ну ладно. Нету. Ага. Да блин, вот петуха. С петухом, потому что. Вот прикол. Ладно, все, ребят. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.